Холодно, холодно, ну и чё? О, какого хрена, блин? А, нет, 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 нет! Свинца пованивает у меня здесь, ага. Долби в него! Итак, гайсы, так, у нас сегодня, короче, с вами будет побег от Шрека. Но, наверное, не такой, как был ранее на моем канале уже в FFGTV. А это будет происходить в Роблоксе. Так, мне для начала... Опаньки, что за фигня? Подожди, я в костюм оделся. Энергия была отключена. Фасилити. Энергия включена. Так, подожди, купить. Нифига себе. Я могу себе купить, что, автомат? Штурмовая винтовка. Конечно, берем, а что? Мы же Шреком идем все-таки как-никак. No clip here. Что, нам сюда? Ух ты. Ух ты. Блин, узнаю эти обои. Походу, это где-то мы в помещении лабиринте у Шрека. Ну, вообще, у нас и в игре какая задача. Сегодня мы должны с вами отсюда попытаться как-то сбежать. Вот с этого именно места, где я сейчас нахожусь. И что-то мы можем тут еще искать. Найден пластик. Черт возьми, зачем он мне нужен? Ого, сколько тут мусора валяется. Так, смотрим. Что, ничего тут нету? Вроде бы столько всего. Офигеть, какие тут лабиринты, слушай. И куда же я должен идти? То есть я во всех этих лабиринтах должен как-то разобраться и выбраться отсюда. Вы что, прикалываетесь вообще, что ли? Так, ну хорошо, что у меня с собой есть автомат. Я думаю, ну, мне пригодится. Тут ничего. Ну, пойдем сюда. Так, осматриваемся. Все, хорошо. Смотрим по сторонам. Подожди. Охренеть, это что за штука? Нифига. Это что, ловушка для Шрека? Что за звуки? Блин, надо было, наверное, его сюда поймать. А что, нельзя его крюк обратно вернуть? Закрыть. Открыть. Ага. А может быть, мы с тобой его должны куда-то попытаться споймать ловушку? Пицца. Прикинь, я пиццу нашел. Ставь лайк, если ты тоже любишь пиццу. Сейчас, давай, кстати, с тобой перекусим. Пицца! Пицца! Заточили пиццу, нормально, похавали, идем дальше. Так, давай с собой возьмем, на всякий случай, оружие. О, смотри, решетка снова свободна. Я думаю, сюда прикольно было бы Шрека, знаешь, так вот, заловить. Прикинь, он такой бежит. Что такое? Прикинь, я на эту фигню наступаю, у меня энергия отнимается. Что это за пятно такое? Шрек, ты где вообще? Стреляет. Так, ну и чё? Холодно, холодно, ну и чё? Шрек, блин, с тобой мне горячо. Какую же фигню я пою? Что это такое? Так, смотри, у меня в портфеле два пластика. Что я буду потом с этим пластиком делать? А где Шрек сам? Почему я хожу, брожу, а Шрека-то не вижу? Пока на него даже ни разу не наткнулись. Ребзя, где Шрек? Кто знает? Кто играл в эту игру? Напишите в комментариях, где тут Шрек прячется. Я его хожу, ищу, брожу, туда и сюда. Его нигде нет. Капец, блин, коридорище, ё-моё. Пока тут все облазишь, офигеешь. Так, что в этом ящике? Двойная бочка? А ну-ка. Круто. Шрек, 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 выходи давай. Я не вижу его. Опять пицца. Пишу мне пицца, пицца ваша. Я уже обожрался, это пицца. О, здорово, дружище. Ты тоже что-то Шрека ищешь, да? Не видал его? Я тоже не видал. О, блин, я опять на эту фигню наступил. Ёма, а подожди, может пиццу надо съесть? О, реально, смотри, пиццу хаваешь, прибавляет энергии. Пицца. Фу, е-е, нормально заточили. Это что? Вот какой-то нужно попробовать пароль. Ёк-макарёк, а какой же тут пароль? Так, нам надо найти код. Нам надо срочно найти код. Он может быть где-нибудь нарисован, например, на стене или лежать в шкафу. Поэтому нам надо все обойти, посмотреть. Электрический провод найден, что тоже примечательно и интересно. Ну, ладно, окей, может пригодится. Слушайте, ну я на самом деле уже запутался. Ой, блин, вот это мне не нравится. Что такое? Свет погас. А что свет погас? Слышь? Миндальная вода? Чё? Свет дали. Отлично, спасибо. Уже не так страшно. У меня есть миндальная вода. 100%. Офигеть, сразу энергии прибавило. Не, я, конечно, все понимаю. А где ж все-таки Шрек-то? Ёптель-моптель. Это что это было? О, какого хрена, блин? Нифига себе. А что это за фигня с ним? Долби в него. Быстрее. О! Нифига! Фу, ё-моё. Блин, я, честно говоря, пересрался маленечко. Фигенца пованивает у меня здесь, ага. Он рычал, блин, такое ощущение, что там, я не знаю. Кто это с ним был? Плутоний? Нафига? Так, я убил, кстати, у меня, смотри, одна... Я один раз Шрека убил, у меня засчитали очко. Так, чувак, ты что со мной ходишь? Так, чисто? За компанию? Что? Запущенная нуки? Какая-то радиация. Запущенная радиация. Ё-моё, что такое? Кто-то радиацию запустил. Блин, а энергия не будет отниматься? Ничего не видно.
Ух ты, а как туда пройти? Да, прям интересно. Ты думаешь, туда можно пройти? Мне кажется, мы застрянем сразу. Туда надо как-то бок, кос. Ух ты, нифига себе у тебя получилось. Как ты это сделал? Я не помещаюсь, мне мешают вот эти баки. А, где он? Где ты? Я его слышу. Где он? Нет. На, рубанул, взорвись. Скотина. Вот это тоже, что это такое? Что за фигня такая? Кто это нарисованное, какая-то чучело, миучело? Чё они так орут? Двоих убил, двоих замочил. Так, и чё? Печатная плата. Зачем? Слушай, тут мы можем, кстати, из всяких найденных материалов что-то собирать. Смотри, можно гранату собрать, медвежья ловушка, одиночный стрелок. Но у меня пока нету тут еще каких-то определенных вещей. Все насобирать надо. Что теперь? Опять провода я нашел. Еще одна ловушка. В другом месте. Вот сюда было бы прикольно их привести и прям в эту ловушку зафигачить. Прям это было бы вот реально эпично. Я не знаю. Опа, розетка. Так, а если использовать провода? Что там за крики? Найдена сюкральт. Что? Металлический лом. Пицца. Блин, я бы тоже сейчас не отказался, чувак, от пиццы. Поделил с собой, что ли. Двойная бочка. Опять я ружбайку нашел. Ух ты, нифига себе. Слушай, а это что такое? О, можно пройти. Так. А, в смысле, это назад вернуться на базу? Смотри, радар тут, кстати, есть. Пекарь можно купить. Прикольненько, прикольненько. Возвращаюсь обратно на базу. Здесь можно передохнуть, отдохнуть и взять с собой радар. Радар, кстати, это очень крутая штука. Он, наверное, показывает, где Шрек, где всякие еще прикольные какие-то штуки. Блин, сейчас кто-то только что так заорал сильно, но у меня в это время запись не шла. Иногда происходит в этой игре какая-то дичь. А знаете что, давайте поступим как? Друзья, напишите в комментариях мне обязательно, кто проходил эту игруху и как ее пройти. Ну, может быть, вы знаете какой-то код как раз-таки от той двери. Подскажите мне в комментариях, напишите, может быть... А, блин, я попытаюсь все-таки как-то пройти. Нет, прошу тебя, убеги от него. Ну как, ну стреляй же. Взорвись. Бананы? Нафига бананы? Вот, оставьте мне комментарии, как эту игруху пройти. Я сниму вторую часть, обязательно для вас. Ну и пишите в комментариях, что мне еще поиграть в Роблоксе. Вам хорошего настроения, всем удачи, всем пока!